Господа, любители искусства, давайте еще раз поаплодируем прекрасным дамам. Сегодня они снова выйдут на эту сцену чуть-чуть попозже, уже в следующем розыгрыше и шоу-программе. А сейчас я хотел бы пригласить всех, кто участвует в лотерее. Если вы достали купон, смогли взять купон и оторвали одну часть и поместили его в коробку нашего лототрона, то вы уже являетесь участником нашего розыгрыша. И прямо сейчас можете претендовать на хорошие призы от группы компаний «Сани». Как мы будем проводить розыгрыш? После каждого номера шоу-программы мы будем разыгрывать несколько призов. Поэтому не уходите сразу же после этого включения, потому что снова сможете посмотреть на прекрасную программу, а потом снова сможете участвовать, если не повезет сейчас, в розыгрыше уже следующего комплекта призов. Ну что ж, под ваши бурные аплодисменты я приглашаю этих милых дам вместе с кубом, на котором написано «Сани». Это и есть наш лототрон, из которого мы будем доставать билеты и тем самым определять победителей. Покажите, пожалуйста, есть ли у вас купоны, поднимите наверх, чтобы я понимал, сколько у нас участников. Достаточно много участников. Ну и прежде чем мы разыграем призы, я хотел сказать об одном правиле. Если вдруг мы достаем билет, зачитываем номер этого билета, и получается так, что человека, обладающего таким билетом, нет среди нас, мы переигрываем. Мы хотим, чтобы все присутствующие получили призы, и максимально для этого стараемся. Поэтому, если вдруг вас не будет здесь, а вы окажетесь победителем, мы разыграем этот приз среди присутствующих здесь гостей. Мне кажется, вполне себе справедливая история. Ну что ж, дамы, готовы? Помешать этому я не могу, честное слово. Перемешать билеты, конечно, мы сможем. Вот специально для этого здесь две очаровательные хрупкие девушки, они сейчас будут трясти этот куб для того, чтобы, да, вот под эту веселую музыку, можно даже пританцовывать. Дорогие друзья, и вам тоже нужно пританцовывать по одной простой причине. Чем веселее эмоции, тем больше удача улыбнется вам. Итак, есть у нас первый купон, нет очень первого купона. Музыку можно чуть-чуть потише сделать, для того, чтобы мы... Да, чуть-чуть потише, а не выключить совсем. Я бы сейчас под эту музыку хотел представить первый приз. Есть у нас еще помощницы, которые могут вынести нам приз. Да? Будьте добры. Первый приз. Выносите смелее, мадам. Выносите, выходите сюда. На таких прекрасных длинных ногах. Вы так скромничаете, выходить на сцену. Ну что вы. Итак, у нас есть первый приз. Уважаемые друзья, для начала
так сказать, для разогрева. Это не очень большой, но сильно приятный приз. Как вы думаете, что это такое? Отсюда, оттуда вам видно? Видно? Что это? Кто самый смелый? Нет смелых людей. Или просто очень горячо печет солнце. Что вы сказали? Моделька. Да, это модель, уменьшенная многократно в десятки раз экскаватора Сани. Вот такая прекрасная штука. Сегодня, побывав здесь на выставке строительный транспорт и технологии, вы сможете вынести с собой целый экскаватор. Целый экскаватор прямо сейчас, это кран подъемный, мне кажется. Мы разыгрываем с вами. Могу я вас попросить достать один купон, да? Вы свои прекрасные глаза закрывайте, чтобы никто не заподозрил нас в подлоге. Да. И доставайте один купончик. Да, пока приз здесь постоит, аккуратненько, да? Я хочу зачитать номер победившего билета. Внимательно сейчас смотрите на свои купоны. И я надеюсь, что кому-то из вас повезет. 0, 0, 0, 4, 8, 7. Вот такой очень простой номер 400-487. У нас есть победитель? Серьезно? Все скромные почему-то, я ничего не понимаю, друзья. Давайте поаплодируем победителю! Как вас зовут? Давайте познакомимся. Александр. Александр, я вижу по глазам, вы человек прекрасный, возможно, даже инженер. Инженер. Тем более, помогите нам разобраться, что это за вид транспорта такой. Это кран. Это кран, да, это мы и сами поняли. Давайте поаплодируем Александру. Александр, счастливый обладатель автокрана.